Волочкова публично обратилась к Пугачевой. Ранее во всех СМИ страны прошла информация о триумфальном возвращении Примадонны в Россию. О том, что Алле Пугачевой по-прежнему рады очень многие, сегодня напомнила единственная поющая балерина страны. Не секрет, что будь ее воля, Алла Пугачева уже давно бы вернулась домой. Жаркий климат Израиля и курортного Кипра оказался губительным для здоровья звезды эстрады. Поэтому, когда появилась информация о планирующемся визите артистки в Россию, этой новостью воодушевились миллионы. Однако на фоне молчания самой женщины, которая поет свои 5 копеек, поспешил вставить ее муж Максим Галкин, признан иностранным агентом в РФ. Шоумен назвал курсирующие в соцсетях и прессе слухи фейком и выдумкой от начала до конца. «Алла Борисовна, возвращайтесь, на родине вам комфортнее, вас в России любит больше, чем на Западе», написала влюбленная в белозубого красавчика артистка на своей странице в запрещенной сети Instagram. А тем временем отношения в семье Пугалкиных, так в народе окрестили звездную чету, портится день ото дня. Чего только стоит хамская выходка комика, отказавшегося поделиться зонтом с женой. Пока Пугачева мокла под дождем у всех на глазах, Галкин шествовал с недовольным видом. Фанаты артистки тут же прокомментировали отвратительную сцену, напомнив взорвавшемуся юмористу о принесенных ради него жертвах.